Начнем выпуск, пожалуй, с самой обсуждаемой спортивной темы. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу 2022. В третий раз подряд и в четвертый раз в истории футбольный клуб берет золото в высшей лиге. Горняки обыграли «Белшину» со счетом 4-1 на стадионе «Строитель». Более 4000 человек 90 минут наблюдали за этим историческим событием. Последние два сезона это была просто суперская атмосфера. Даже «Шахтер» очень классная. Мы разносим «Белшину» очень сильно. Игра а просто вы на счет посмотрите, супер, счет отличный, все, пушечка просто. Горняки заставили немного понервничать своих болельщиков. К перерыву решающего матча против «Белшины» счет был 0-0. Но во втором тайме «Шахтер» на классе решил исход этого матча, забив 4 мяча. Забивали Максим Скавыш дважды на 50-й и 64-й минутах. По голу в активе Игоря Ивановича на 56-й и Валона Ахмеди на 78-й минутах матча. «Шахтер» этой победой защищает свой чемпионский титул. Сергей Полетевич, капитан «Шахтера», поднимает главный трофей сезона над головой.